Ну, я в Скайриме, типа, реально все текстуры прошел, какие можно было, ну, блядь. На опыте. Че вы думаете, блядь? Рак, что ли, перед вами, или че? Думаете, рак, что ли, перед вами, или че, блядь? Халя, что-то здесь не так. Ой. Ой. Свежие следы. Может, это Керис? Че-то кто за этой дверью? Ключ от подвала. Куда? Керис. Она потеряла сознание. Надо ее вытащить. Может, она еще теплая? Что? Что случилось? Где я? Ай, голова болит. Тебя огрели чем-то тяжелым. Геральт, что ты тут делаешь? Ищу тебя. Крах о тебе беспокоится. Я заберу тебя домой. Я никуда не поеду, пока не помогу Удальрику. Меч? Где меч? Я должна вернуться за мечом. Никуда ты не пойдешь. Ты едва пришла в себя. Я должна... Ты должна объяснить мне, что тут происходит. Зачем ты туда влезла? Я хотела помочь Удальрику. Он, конечно, странно себя ведет, но сомневаюсь, что твоя прогулка по проклятому дому ему поможет. Если я принесу меч, поможет. И при чем здесь меч? Это Броквар, родовой меч клана Удальрика. Он нужен мне, чтобы снять с ярла проклятие. Проклятие? Это долгая история. Много лет назад Удальрик поссорился из-за этого меча с братом. Обычай велит, чтобы родовой меч отошел первородному сыну, то есть Удальрику. Но отец отдал Броквар младшему сыну, Акки. В ваших краях это серьезное оскорбление. Настолько, что Удальрик нарушил священный закон Скеллиги. Открыто выступил против воли отца. Надо думать, старый ярл это так просто не оставил. Удальрик просидел 3 дня прикованным к столбу, по пояс в морской воде. Когда наказание закончилось, они с Акки отправились ловить рыбу. И там что-то произошло. Этот поход кончился скверно? Предчувствие тебя не обманывает. Налетела буря, и Акки упал в воду. Удальрик был занят парусами и не слышал брата до тех пор, пока не стало слишком поздно. Не слышал или не захотел услышать? Этим же вопросом задается большинство людей на острове, но вслух об этом не говорят. Скорее всего, не случайно это. А как ты думаешь, Удальрик убил Акки? Я не хочу делать поспешных выводов, но мне кажется, то, что тогда произошло, отразилось на всей жизни Удальрика. И как-то связано с мечом. Что ты собиралась делать с мечом? Я подумала, что дух его брата хочет вернуть клинок. Дух брата? Сколько я себя помню, люди считают Удальрика избранным. Мол, с ним говорят боги. Раньше я в это верила. Но теперь, когда присмотрелась, я думаю, что его преследует его умерший брат. Смелая мысль. Ты не нарушаешь этим каких-нибудь местных законов? Мне плевать. Я не верю, что это боги. Ты его видел? Он же весь в шрамах. Я думал, что это следы битв. Если его душевные страдания можно назвать битвами, то да. Сам он говорит, что голоса велят ему увечить себя во славу богов. Но мне кажется, боги тут ни при чем. Это все Акки. Значит, ты думаешь, Акки хочет отомстить, потому что Удальрик позволил ему умереть? Я говорила с Хьортом. Он клянется, что Удальрик не слышал голосов до смерти Акки. Хьорт вряд ли ошибается. Он знал обоих братьев с колыбели. Может, если отдать Акки меч Броквар, он оставит Удальрика в покое? Идея хорошая, если все дело в духе. Но что-то у меня не складывается. Что? Ты сказала, что Акки утонул, а призрак обитает в этом доме. Может, потому что они оба здесь жили? Спасибо за помощь, Геральт. Но я должна вернуться за мечом. А, и речи быть не может, я сам за ним пойду. Я сам, правда? За ним пойду. Спасибо. Спасибо. Ну, тогда я
Пойду к Удальрику. Исключено. Ты едва держишься на ногах. Подожди меня здесь и пойдем вместе. Найти меч Броквар. Был какой-то ключ от подвала. Ну, обычно я в подвал лезть не хочу, но здесь, походу, игра велит, да? Бля, что это за звуки конченые, ну? Ну, блядь! Ну, почему я должен сюда идти опять? Чат, ну почему я должен сюда идти, чат? Плюс 400. Меч Броквар, он сильный вообще, или у него нет стоп? Понятно, у меня нет стоп. Это еще что? Ебать! Так ты нашел меч? Да, пойдем. Нашел. Ну, веди. Сходить к Ульдарику вместе с Кэрри. Ты же был товарищем моего отца, да? Бля, я думал, что-то сейчас надеюсь, будет здесь. Мы по-прежнему товарищи. Но... Я слышала, вы из-за чего-то поссорились. Или из-за кого-то. Ты о той истории с Йеннифер? Это давно было. Еще до того, как Крах встретил твою маму. Но вы с Йеннифер уже были знакомы? Ой, с Йен всегда все было непросто. А что в ней такое? Что тебя к ней притягивает? Не знаю. Может, мне просто никогда не нравились легкие пути. А где Йеннифер? Не знаю, а что такое? Да вот любопытно. Она что, прямо так тебя отпустила? Я сам ее что отпустил. Значит отпустила? Ничего. Ничего. Просто мне кажется, она не любит упускать тебя из виду. О, вот они. Я что, на поводке, что ли? Ужасно светло. В глазах колет. Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Боги будут недовольны. Ярл, это наши гости, помнишь? Что случилось с твоей рукой? Я пожертвовал ее богам. Прости, Ярл. Геральт еще плохо знает наши обычаи. На Скеллиге мы близки к богам. И чем ты ближе, тем большие жертвы приходится приносить. Мы верим, что самое большое, что человек может отдать, это собственная боль и страдания. Слышать голос богов – это дар, а не жертва. Те голоса, которые ты слышишь. Голоса богов. Касается твоего брата. Скорее всего. Возможно, голоса связаны с твоим умершим братом. Я рассказала Геральту про Аки. Мы пришли к выводу, что... Что Бодди опечалены его гибелью, поэтому нужно попросить у него прощения. Я не хотел. Аки упал в воду. Я... Боги разгневаются. Все будет нормально. Я помогу тебе. И обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы их не разгневать. Послушай ведьмака, Ярл. Боги наверняка желают, чтобы ты примирился с Аки. Ой. Что я должен сделать? Ты помнишь, в каком месте Аки упал в воду? У восточной оконечности острова, недалеко от входа в залив. Нас снесло под иглу Улулы. Это опасное место. Водовороты утягивают там по несколько людей в год. Мы отправимся туда. Чтобы дух Аки обрел покой, нужно вернуть Броквар его владельцу. Нет. Нет, нет. Боги! Боги будут в гневе! Я чувствую это! Ярл, не страшись. Боги любят тебя. Наверняка они хотят этого. Может, будет достаточно, если я сплаваю туда один? В конце концов, неважно, чьими руками ты вернешь меч. У Аки было при себе что-то приметное? Что-то, что сохранилось под водой до сих пор? Да, родовой перстень.
Пожалуй, этого достаточно. Родовой перстень. Куда родовой перстень? F5. Водочка есть, хорошо. Так, надо задание сразу взять. Что они обновляются? Это же знаки вопроса, правильно, эти все задания? Да, знаки вопроса вокруг острова. Отлично! Бля, надо потом будет пособирать это все, там по-любому должен быть нормальный лут. Чем то, что тут 20 какой-то левел. Вложить букву среди костей Аки, поехали. Там дурачки, блин. С дурачками иметь дело не хочу, не-не-не. Хотя тут дурачки что-то охраняют, так-то. Может быть, завалить их? Не, давайте попозже. Спрятаем сокровища. Должно быть здесь. С дурачками. Хотя, блядь, ну рядом, возможно, сейчас их это полутаем. Нормально, нормально, нормально. Сирена. Раз, два, три. Вложить броквар среди костей Аки. Где эти кости? Вот они. Да. Заперто, нужен ключ. В смысле? Что? Раз, два, три. Просто им нужен ключ. А, вот он. Ну, цепуль дарит. Блин, а что это за прикол, типа, с ключом? Немного не понял. Где мне ключ взять, чтобы открыть этот сундучок? Смотрим, дало это что-нибудь или нет. Пора возвращаться к удальнику. Давайте попробуем дурачков зафармим, если это надо. Попробуем возьмем лут. Хотя можно, в принципе, взять и не убивая дурачков, правильно? Окей. Теперь все понятно. Окей. Да. Далеко идти не пришлось. Далеко идти не пришлось. Ой-ой-ой-ой! Серьезно? Надеюсь, они хорошие, а не как было в последний раз. Так, чест, чест говно, чест говно. Ноги. Ну только из-за того, что на 30 брони больше, но при этом мы теряем 30 хп, но 30 хп в текущих реалиях это ничто, это лучше. Ой-о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 й. Мощи гниги, это же огонь, правильно? 5-5-6-5-5-5-5-5. Ну, оф лучше, окей. Псевдо улучшение. Псевдо небольшое улучшение, чат. Да, такое бы оружие хорошее бы найти. Было, конечно, было получше. Ну ладно, шмотка тоже пойдет. Тебе немного больше брони, это меньше урона. И дурачков не понадобилось убивать. Крафт это абус или нет? Крафт чего? Я оружие крафтил, крафт. Типа оружия нет, шмоток нет. Это не абус, это шмотки. А вот типа починка это абус. Я просто объясню. Я, ну типа абус, возможно, для этого звучит смешно. Я просто объясню, почему я этого не делаю. Я ставил моды для того, чтобы усложнить геймплей. Так как моды не усложнили настолько, насколько нужно геймплей, я не... Ой. Я не чиню шмотки, типа, по той причине, что... Моды не дали той сложности, которая нужна мне. А для того, чтобы... Если ты чинишь, у тебя шмотки бьют больше. Если не чинишь, то они бьют меньше. Чем бьют меньше, тем меньше урона. Чем меньше урона, тем дольше файт. Чем дольше файт, тем интереснее. Ну, я... Для меня интереснее. Я играю. Поэтому я не чиню. Что происходит? Удальрик. Голоса велели ему выколоть себе глаз. Что? Зачем ты это сделал? Такова была воля богов. Это жертва за Акки. Блядь, ну ты что, дурак что ли, блядь? Чего именно хотели боги, ты помнишь? Что они тебе сказали? Они были в гневе. Голос сказал: «Ничтожный человек, ты не помог Акки, а теперь не поплыл молить о прощении. Выколи себе глаз». Страдай и скорби за все зло, которое ты совершил. Когда с тобой говорили боги, сразу как я отплыл? Вскоре после этого. Меня одолела дремота, я лег.
Тогда они объявили мне свою волю. Они всегда обращаются к тебе, когда ты спишь? Всегда. И что ты тогда видишь? Они призывали тебя в какое-то конкретное место? В мой старый дом. Они велят мне зажечь факел и говорят из тени. Старый дом — это в котором мы сейчас были, походу. Боги ждут от тебя только страдания? Только оно им и мило. Потому они хотят его все больше. Ты сказал, что боги обращаются к тебе из тени. Поэтому ты не позволяешь зажигать здесь свет. В моих снах иногда я вижу их силуэты, когда факелы горят достаточно ярко. Это великая честь — видеть богов. Может, если бы в доме было светлее, ты видел бы их и наяву? Обычные люди недостойны смотреть на них. Мне кажется, он сходит с ума, нет, блядь? Пиздец. Ой. Его преследует не дух брата. Я вернул меч, но ничего не изменилось. Так что с ним? Мы можем поговорить где-нибудь наедине? Пойдем в комнату для гостей. Монка С. Ой. Это типа кулебяка какая-то. Чертик. Ну так что это? Хим. Существо, которое появилось после сопряжения сфер. Он присасывается к человеку, который совершил низкий поступок. Хим. Годами он жирует на его боли, подпитывает угрызения совести и в конце концов вынуждает наносить себе увечья. Звучит невесело. Его можно как-нибудь одолеть? Теоретически есть два способа. Можно поступить по ведьмачьи, можно попробовать его обмануть. Давай по ведьмачьи. Ведьмачьи бестиарии говорят, что нужно провести ночь в логове Хима вместе с его жертвой. То есть в проклятом доме? Место скверное, но ты, должно быть, ночевал в местах и похуже. Одной ночевкой дело не обойдется. Нужно как-то выманить Хима. Он должен выйти из тени, показать себя. Только тогда можно будет его ранить. И наверняка он захочет с нами рассчитаться. Ты видела удальника. Это будет нелегкий бой. А какой второй способ? Хима вроде бы можно обмануть. Нужно притвориться, что делаешь что-то ужасное. Тогда он перепрыгнет на новую жертву. Когда Хим поймет, что его обманули, ему придется уйти. Надо попробовать. Я не знаю никого, у кого бы это получилось. Может, никто не смог придумать подходящую ложь. Я знаю, что ты сомневаешься. Но давай хотя бы попробуем обмануть Хима. Это может оказаться не так просто. Впрочем, оба способа не идеальны. То есть... Хим демон, а их очень трудно провести. К тому же обманщик не должен знать, что обманывает. Как это? Хим цепляется к человеку, совершившему какой-то низкий поступок, возбуждает угрызение совести и кормится его страданиями. И если обманщик уверен, что не совершил ничего дурного, Хим это почует. То есть, если одному из нас придет в голову мысль, что делать, он не сможет рассказать о плане другому, так? Иначе ничего не выйдет? Именно. А что другой способ? Он может не выдержать. Удальрик может не выдержать целую ночь в логове Хима. Ты думаешь, что Хим... захочет его убить? Нет, он не станет убивать кормильца. Но Ярл истощен, дом вызывает у него болезненные воспоминания. А Хим попытается вытянуть все, что сможет. И чем больше боли он причинит Удальрику, тем сильнее станет. И тем опаснее для тебя. Оба способа кажутся мне рискованными. Но я по-прежнему думаю, что надо прибегнуть к обману. Не знаю, я не уверен. Только не говори, что в таких вопросах ты обычно советуешься с Йеннифер. Если мы ничего не придумаем, ты всегда сможешь решить дело по ведьмачьи. А кто-то написал, непонятно кто, блядь. Чат, кто это написал, я не понял. Попробуем хитрость, а что не так с ней, Йеннифер? Ну давай хитрость попробуем. Попытка не пытка. Хорошее решение. Хорошее решение. Единственное место, где мы можем что-то сделать, это логово Хима.
проклятый дом. Ну, веди. Поехали. Пойдем сразу. Не стоит медлить. Похоже, сейчас что-то страшное будет. 3550 опыта сюда. Хорошо, 550 это полуровня. Нужно осмотреться. F5. Хорошо, засоединимся. Обыскать дом и найти способ избавиться от хима. Ой. Изящная работа. Должно быть, печника приглашали с большой земли. Старая хлебная печь. Нет, это невозможно. Это какой-то пранк, это пранк. Зараза. Это пранк. Отпугнуть меня хочешь? Это тебе. Это хорошо, значит, это боишься. С ним дурачок балуется. Разбитое зеркало. Должно быть, у Дальрик боялся увидеть Хима за спиной. Ничего интересного. Я не боюсь, если что. Я не боюсь. Старая колыбель. Наверное, тут спал маленький Удальрик или Акки. Я не боюсь. Геральт, иди сюда! Я, кажется, придумала! Я не боюсь. Ты придумала что-нибудь? Да, у меня есть план. И очень надеюсь, что он сработает. А подробности? Просто подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Что-нибудь еще? Ты сам сказал, что не должен знать подробностей. Большего я не могу сказать. Бля, это не фейк, интересно? Просто верь мне. Бля, это, интересно, не фейк? Иллюзия. Ну, давай поверим. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Давай попробуем поверим. Ну что, можем начинать? Рабу дому бежит! Держи! Давай. Возьми. Положи его в печь. Верь мне. Ты чё, ебать? Осторожней с ребенком. Отдай мне ребенка. Клади его в печь. Давай же. Бля, я не знаю, чат, я не знаю, типа... Ну, мы решили поверить ей. Мы решили поверить ей, да? Ну, бля, я не уверен, что это правильно, но мы решили поверить, окей. Бля, я не уверен, что это было правильно на самом деле. Но мы решили поверить. Будет охуенно, если это вообще, типа, облик призрака в итоге будет. Бля, я не уверен. Зачем? Это типа призрак. А, ебать! Ну правильно, значит, все сделали. Бля, ебать, я на панике был. Ведьмак не совершал зла. В нем нет ни вины, ни отчаяния. Ебать, есть же, бля, поверили, бля, поверили. Ну-ка, ты сейчас... попался. Уходи. Ой. Ча, ты изи или нет? Ну, изи или нет? Бля, на самом деле я думал, что это неправильно, но... Мы обманули Хима. Он решил, что я убил твоего ребенка и ушел от тебя, чтобы присосаться ко мне. Бля, на самом деле вот это вот, типа, таймер на 5 секунд ответа. Но увидев, что ребенок целый невредим, Хим исчез.
Ты свободен, Ярл. Свободен. Хим ушел, а вместе с ним и голоса, которые мучили тебя. Идем отсюда. Жесть. Что происходит? У меня в голове вихрь, будто я в водоворот попал. Геральт, ты сказал, что все кончилось. Он истощен. Со временем рассудок вернется к нему. Что? Что я теперь буду делать? Успокойся, это пройдет. Ты растерян, но успокойся, это пройдет. Я чувствую, будто из меня что-то вырвали. Это нормально. Хим был паразитом, а они крепко срастаются с жертвой. Поэтому сейчас ты чувствуешь пустоту. Но не беспокойся, через несколько дней или недель ты будешь здоров. Спасибо. Наверное, прощайте. Бля, лучше жесть, конечно. Я его провожу. Кажется, он не в себе. Разумно. А потом? Что ты будешь делать? Останусь здесь еще на пару дней. Уверюсь, что с ним все в порядке. А ты останешься на спике Роги? Не знаю. Мне тоже надо привести мысли в порядок. Йеннифер, наверное, уже извелась. Че она к Йеннифер прицепилась? Что тебе до Йеннифер? Ты который раз про нее вспоминаешь? Да ничего. Просто я заметила, что вы очень единодушны. Хочешь сказать, я у нее под каблуком? И ты не исключение. Я не каблук. Наверное, все мужчины. Неотесанный рыбак со Скеллиги, отважный рыцарь, суровый ведьмак. Каждый из вас, в конце концов, дает себя укатать и во всем слушает женщину. А ты храбрый. Поверил мне, незнакомой девушке. Бля, ну вот не это... Не каждый на такое решится. Нереально крутая сцена. Только не рассказывай об этом по всем островам. Не хочу прослыть под каблучником. До свидания, Геральт. Бля, ну я типа реально типа думал, что это настоящий ребенок. Пиздец. 23 уровень. Поможет разрешить трудности, возникшие в гонке за трон Скеллиги. Ну-ка, с ним, может, еще раз поговорить надо. Можем поговорить? Мне нужна помощь дикой охоте. Есть же. У меня к тебе непростая просьба. Я хочу просить тебя о помощи. Что случилось? Крах ведь говорил тебе о Цири, правда? Ты ее нашел? Почти. Пока нет, но я считаю в шаге от нее. Беда в том, что когда я ее найду, дикая охота сразу поймет, где мы находимся. Поэтому я хочу забрать Цири в Каэр Морхен и там дать призракам бой. И поэтому мне нужны союзники. Ты можешь на меня рассчитывать. Есть. Как только закончится гонка за короной. Понимаю. То есть получается, нужно сделать сначала разрешить трудности, возникшие в гонке за трон Скеллиги, и после этого мы пойдем в Каэр Морхен пиздиться на самую лучшую, блядь, момент этой игры. Ха-ха-ха!